задать пару вопросов Ирине Безруковой. Ирина, скажите, а как вы относитесь к фильмам 3D, например? К фильмам 3D? Да. А, прекрасно. Главное, чтобы кино было хорошее. Да? А не считаете, что портит зрение, например? Нет? Ну, вы знаете, если не часто и в хорошем кинозале, где действительно все соблюдено, то будет хорошо. Да, тогда все хорошо. Да, главное, согласен. Чтобы с лампами было все прекрасно. Спасибо. Хорошо. Да? А не считаете, что... Любое кино, оно прекрасно. Не считаете, что оно портит зрение? Нет. Я думаю, что... Точно. Это должно быть в меру, согласен. Валерия Ланская вышла на дорожку в красном длинном платье. Можно...